На днях глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамгул Салаев и ответственные работники аппарата администрации, это первый заместитель главы администрации Багауди Мамаев, начальник отдела имущественных отношений и экономики Дженнет Абакарова, приняли участие в работе семинар-совещания по координации реализации в Республике Дагестан мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие состоялось в историческом парке «Россия. Моя история» с представительством руководителя дирекции регионального развития Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Андрея Чуева, заместителя председателя правительства Республики Дагестан Екатерины Толстиковой, министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Агарагимом Кагиргаджиевым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагиром Гусейновым, а также руководителем муниципального образования Республики. Отметим, что семинар-совещание проходит в рамках реализации поручений, прописанных в протоколе корпорации, которые направлены на упрощение процедуры получения прав на объекты недвижимого имущества республиканской муниципальной собственности для предпринимателей. Соответствующая директива прописана в поручении президента России 817 ГС по вопросу развития конкуренции, перечень которых был утвержден по итогам заседания Государственного совета в прошлом году. Семинар прошел информационно насыщенный и конструктивный. Все актуальные вопросы имущественной поддержки, привлечения инвесторов, возможности упрощенного доступа сведений о земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, о жилых и нежилых помещениях, находящихся в республиканской муниципальной собственности, возможности без бюрократической процедуры собрать полный пакет документов через отделение МФЦ, а также получить все необходимые сведения на информационном портале Минимущества Дагестана, реестр государственного имущества и недвижимости для бизнеса. Все эти комплексные меры создают новые уникальные возможности для предпринимателей, отметил особенности семинар-совещания глава Хасавюртовского района Джамбулат Шапиевич Салаев.